Да, Леш, привет еще раз. Ты задавай вопрос, я тебе буду лучше видео пояснение писать, чтобы ты четко понимал, как все работает. Значит, смотри, основная цель для меня, как бы, в этом бизнесе, и для тебя, ну, как бы, для всех нас, это просто денег заработать, правильно? То есть мы же не... Мне, собственно, все равно, откуда, важно понять, как это делается. И вот эта система, это просто такой хороший, мощный, проверенный системный продукт, который это позволяет делать системно. То есть, что имеется в виду? Например, вот мы говорим с тобой о продаже криптовалютного какого-то направления. Здесь есть огромное количество всяких товаров, в том числе, например, и такой товар, как... сейчас, по-моему, Fire... Sales Funnels, Log... Ну, то есть, разного типа товары. Сейчас, секунду. Sketch Pro 3... Ладно, сейчас я тут не найду. То есть смысл в чем? Что здесь это воротки продаж, да, то есть как бы я просто гоню сюда людей, но я же могу загонять людей не только в эту воронку продаж, то есть когда у меня появляется средство на трафик, да, ну, вот видишь, она здесь вот так вот создана, например, здесь она связана с автоответчиком и так далее, да. Вот это воронка продаж. Сюда человек, когда заходит, он попадает как бы в... Ну, вот ему интересно получать подписчиков, да, в системе там и так далее. Тут ему объясняется, как это все работает и так далее. Он попадает в конечном итоге ко мне в автоответчик. Ну, вот сюда, во выбор, да. И я уже дальше могу ему слать какие угодно предложения. Относительно крипты мы создаем отдельные воронки продаж. То есть, если меня, например, интересует тема криптовалют, что имеется в виду? Вот у меня есть, например, по потере веса там вещи, есть у меня по криптовалюте, вот крипто для русскоязычной аудитории и так далее. Это просто как бы другая воронка продаж. Что имеется в виду? У меня есть специальная просто программа, которая создает эти подписные туннели, да, sales funnel, так называемые, называется она Online Sales Pro. И у нее очень просто, с ней очень просто делать как бы эти туннели. То есть как это происходит, я сейчас покажу. Например, если я хочу часть аудитории загонять в собирать людей, которым интересны криптовалютный трейдинг, да, или там любые ICO, например, выпуски и так далее, мне просто для этого надо создать туннель продаж. Как я могу это сделать? Я просто беру готовый вариант, например, как вот этот, вот я сейчас покажу на готовых своих страницах, и собираю их в отдельную воронку, понимаешь? То есть, например, вот у меня есть по крипте, для русскоязычного варианта, ну, логика та же для англоязычного варианта, просто туда гонится трафик. То есть я показываю им первой вот эту страницу. Я гоню трафик сразу на вот эту страницу. Значит, например, здесь будет англоязычный текст, то есть хотите узнать, что такое криптовалюта, или хотите узнать, как пользоваться кошельком EverX, или хотите узнать, как дешевле торговать на Форексе. Опять, то есть мы придумаем, что нужно именно тебе, это не проблема. Логика у них у всех одинаковая. Человеку, да, ему это интересно, то есть я гоню сюда трафик, вот сюда, на эту страницу. Он читает, да, ему это интересно, нажимает сюда, подписывается. При переходе его сразу же загоняет, опять же, в мой Aweber, то есть в подписной лист. То есть он сразу же попадает в лист подписчиков вот сюда. И дальше я ему могу слать конкретно любые предложения. Например, если это у меня лист по криптовалюте, я захожу, например, на тот же ClickBank, нахожу информацию, предложение, которое связано с криптой. Опять же, там есть пассивный доход, есть более свежие, менее свежие. Но смысл в чем? Что это очень легко делается. Просто эта аудитория по крипте, видишь, ее сразу надо загонять отдельно. Чтобы не слать этим людям информацию о том, как похудеть, понимаешь? То есть эти аудитории, они создают трафик, туда гонится отдельно. Если меня интересует тема крипто, я хочу найти какое-то предложение, да. Я здесь его просто нахожу, например, вот это или вот это. Давай посмотрим по популярности. Вот, например, криптоснайпер, там 58 баксов. Я просто беру свою ссылку отсюда сразу же. То же самое касается EverX, да. То есть, как бы, мне просто надо четко понимать, что нужно, какую аудиторию нужно формировать. И параллельно мы сможем бесплатно эту аудиторию формировать в процессе. Почему? Потому что, когда люди заходят, которые интересуются онлайн-маркетингом, там, заработком онлайн, например, вот эта страница, да, все, человек здесь подписывается, мы получаем свою комиссию и так далее, его здесь трамбуют на тему криптовалют и так далее. Это простейший вариант, здесь таких товаров с десяток.
То есть главное отличие именно в том, что сама воронка, базовая воронка, она должна, даже трафик туда отдельно берется. То есть там, например, люди, которые интересуются Форексом, Make Money Online, это немножко другое, чем Biz Opportunity, то есть туда просто гонится специальный трафик. Но потом они в любом случае все попадают в отдельный лист, в этот лист забивается серия писем изначальная, да, например, в этом листе у меня на бизнес-старте, например, 90 писем, да. По крипте там может быть тоже какое-то количество. То есть это просто отдельные туннели продаж. Вот, надеюсь, я ответил на твой вопрос, что такое именно отдельная воронка по крипте. То есть должны быть отдельная страница захвата на крипту, например, такая или такая, или такая. Но она должна быть четко понятна, что это про крипту, окей? Она может быть с видеороликом, как вот здесь, например, у меня. То есть я беру, например, предложение базовое. Вот здесь, если у него есть видео, я его туда сделаю. Это несложно делать. Я беру свой линк, свою ссылку, да, делаю вот такую страницу, например, с этим предложением, и гоню туда трафик. Там уже тоже всплывают вот эти вещи, связанные с конверсией там, и так далее, то, что я в таблице показывал. Да. Но смысл вот такой, что мы просто гоним трафик. Если нам нужна аудитория по крипте, мы должны создать эту аудиторию, выбрав ее из того трафика, который мы гоним от людям, которые могут быть заинтересованы в трейдинге или криптовалютах, или заработке онлайн. Да. Все эти люди складываются потом в отдельные листы. Вот тут их, они у меня разделены все. Видишь, то есть, если надо будет по крипте, мы его создадим отдельно. Вот, и потом это наши подписчики. Вот, вот процент открытия, например, мы видим, какие письма лучше открываются, какие хуже, какая тема более интересна, какая тема менее интересна людям. Но я тебе хотел даже не об этом сказать. В конечном итоге это все уже техника, механика. В основе этого всего лежит то, что мы собираем этот лист. То есть, как только у нас появляется здесь хотя бы там пару тысяч подписчиков в месяц, мы без денег уже не останемся. Потому что этим людям можно продать все, что угодно. Понимаешь? Главное, чтобы это были нормальные живые люди. И я им шлю там раз, каждый день я шлю им предложение. То есть у меня предложениями расписано недели на две вперед. То есть мне не надо даже выдумывать эти письма, потому что я просто беру готовые предложения, которые есть, и вставляю туда свою партнерскую ссылку и так далее. Но смысл в чем? Что мы как только выходим на то, что у нас появляется свой лист именно подписчиков, разделенных по разным направлениям, это то, что сделала вот эта компания Femonibles, это уже золотое дно, потому что мы можем продавать этот трафик. То есть представь себе, у них есть подписной лист свой на несколько миллионов человек. Я знаю, что это правда, потому что я с ними уже так познакомился. Они просто гонят туда трафик за деньги. То есть, например, 250 кликов, да, они продают, получают $240. Они за них уже ничего не платили. Это письмо они отправили бесплатно. Вот смотри, отправили на 2000 кликов, да, например, они знают, что надо, что одно письмо на тему по Make Money Online, их база откликается, например, 1000 кликов делает с 10 тысяч подписчиков, а у них их миллион. Вот они просто сегментируют эти свои подписные листы по разным темам и шлют туда, продавая вот этот трафик. То есть, что здесь интересно, что мы, строя вот эту систему и получая вот эти деньги, да, мы в конечном итоге создаем даже, наша задача не столько вот этот бизнес продавать, сколько использовать вот этот бизнес, вот эту основу, базу, для того, чтобы собрать просто большой подписной лист подписчиков. Например, с $1500 у меня их получится 600 в месяц. А мне их надо хотя бы 6 тысяч, понимаешь? То есть мы за там 3-4 месяца наберем достаточное количество. Ну, например, видишь, 7 тысяч на трафик вот такой даст мне примерно 3 тысячи подписчиков. Но мы еще денег заработаем. Если в следующем месяце я сюда вложу, соответственно, уже хотя бы 20-ку, то это будут совсем другие подписчики и совсем другое количество этих подписчиков, понимаешь? То есть вот 11 тысяч подписчиков, если загнать вот эти деньги сюда. Я вот беру то, что мы заработали, вкладываю сюда и понеслась. То есть фактически 2-3 месяца хорошо организованного трафика в качественные воронки продаж, которые реально работают с хай-тикет продуктами, которые могут давать такую комиссию, понимаешь? И мы соберем трафик, количество людей, которые нам достаточно, чтобы получать вот примерно такие деньги. Это третий месяц. Да, это может быть там нюансы, могут быть цифры завышены, где-то что-то занижено, все это понятно, но логика, я хочу, чтобы ты логику понимал, да?
что мы в бизнесе, который мы в конечном итоге будем продавать трафик, а не конкретные продукты. Продукты тоже, да, почему нет? Почему не заработать, когда у нас эти уже люди есть? Но в конечном итоге это все вот про трафик.